You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Ciebie wolamy, zlituj się, zlituj, niech się nie wolamy. Pobłogosławimy. Przeżegnajmy. I pocałujcie rodziców rączkę. Gerbiamoji Kristina, ar jūs ir taip pasiryžusi sukurti šeimą ir laisvą valią norite tikėti už Artūro? Kurią pavardę pasirinkite registruojant santuoką? Kokiu familiju выбираете при регистрации брака? Last flight to you, but
phone day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. And let me close. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls like you run around with guys like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love fun, yeah. Me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Пьяным подвигаться, я сам
по себе, я на веселе, давайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами встречи, невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, давайте подвигаться. Окей, по маёке, да, помашите, да, ещё я. Вот так. Начнем с Латвии. Латвия, бурно лосины! Вас мало, но мы все няшки. Как смотрю, молодые тоже на Латвии хлопают. Литва! Сейчас розовы на бой тихой ко мне. Как дорог рай и березовы в малиновой заре. Как дорог рай и березовы в малиновой заре. А можешь ли ты не дома куда? И хочу берега качать. И белым марином когда-то а то, о чем напрасно мы молчали. Прошу тебя, сейчас розовы на бой тихой ко мне. Как дорог рай и березовы в малиновой заре. Как
Солнце ушло, и сердце вон. Исчез за речка, вдаль час и у нас. Но песня слова первая любовь. Мои рога опять ко мне вернулась. Прошу тебя, сейчас розовый, налей тихонько все. Как дорогая, и розовый, пари давай залез. Как дорогая, и розовый, пари давай залез. Итак, добрый вечер, шановні панство, гості, сердечний вітам, цілий Оршик, цілої родини, як зі сторони Артура і зі сторони Христини. І вас заміло всіх дітей тут, на тій пікній парі, на тій пікній урочистості. Привітствую, дорогі вважальні гості, гості, родня, всі ті, які прибули сьогодні і не ставили, не ставили, як говориться, пустих міст здесь, в этом залі, тому що приїхати навіть издалека, із-за границі, кто-то прилетел из недалекой нашей соседней Латвии тоже, как и наши уважаемые аплодисменты Кристина. Которые аплодисментов никогда не жалеют себе, как только таких хороших людей свадьба, ну пускай там ливень, дождь рухнет, наполнет всех, но потом солнышко обязательно все высушит. Так оно и случилось, но не залило никого, солнышко прекрасно светило, и приехали мы, собрались все в вёс. Готовился неизмерно долго, гуглил, ичил, смотрел, нужно было перевести с литовского, соответственно, на русский язык. Я уже 7 потов пролил, и тут озарило меня счастье. Приехали в ЗАГС, мне дали текст с переводом, вот читай, уважаемый. Был я переводчиком, так что Кристина, не то что так на литовском ничего не плохо, мы подтвердили и являемся свидетелями этих прекрасных наших сегодняшних молодожен Артура и Кристины. Чихали тут пикнего костела, и мама również один очень пикный документик, прекрасный документ. Переводить его не буду, а, наверное, в оригинале прочитаю, поскольку Кристина очень хорошо понимает польский язык. Такой документ тоже на ленце, побьемка, сакрамент доможенства на ленце, жены. Кристина, это тебе, потому что на польском. Уважаемые гости, а дальше дело было так. После костела все дружно захотели приехать сюда, чтобы увидеть вас. В общем, добрый вечер, дамы и господа. Дорогие молодожены, дорогие Артур и Кристина. Я безумно рада и счастлива, точно. Я безумно рада и счастлива быть сегодня здесь и видеть вас такими счастливыми и радостными. Но поздравлять я вас собираюсь не лично от себя и не только от нашей семьи, но от всех здесь присутствующих вместе. И вопрос у меня к вам такой. Кто из вас ждал этот день? Есть ли вообще такие люди, которые ждали это событие сегодня? Но это еще не все. Вы знаете, я так боюсь, что они так до первой брачной ночи не дотянутся. Сердце мое не в атаке, как мы трое, бо я кохам очи твое, до шалейства, до вечера. Жена моя, едно с другим все пшеганят, а мы еще кохали. Жена моя, сердце мое, не в атаке, как мы двое. Ни у кого помощи не требую. Взяла бутылочку, поставила напротив себя. И бутылка не против, и она не против. А мужу не повезло. Ваше имя?
не Йоля. Не Йоля, пани не Йоля, браво для вас. Аплодисменты вам. Сердце любовью всех сильней. Нашу радость и боль сердцем примите вы. Спасибо, дорогие, любимые мои. Аплодисменты за самых близких и дальних. Поднимем этот тост они, чтоб жили долго с нами. И горе, чтоб не знали за вас, родители мои. За самых близких и родных поднимем этот тост они. Чтоб жили долго с нами. И горе, чтоб не знали. В моем сердце появилась ты, любимая женщина. Я долго тебя искал среди миллионов глаз. Я сразу твои узнал. Любимая женщина, от радости слез моих опять задыхаюсь я. Ты мой изменила мир. Любимая женщина, я долго тебя искал среди миллионов глаз. Я сразу твои узнал. Любимая женщина, от радости слез моих. Мои слова не останут будущих дней. И маму никто не посмеет дышать. И не обнимет вас этих дверей. Я буду любить мои слова, забыв, как мальчика смене времен. Я торопимся эту сказку прервать. Он так хорош, мой нечаянный сон. Браво, Боси! Прижимай наших молодых! Прижимай, прижимай! Que hoje vai rolar.
Gustavo Lima, você E конечно же, для Кристины и Артура! Чистая вода, то не быстрая вода, синий.
теплоходе. На теплоходе музыка играет, а я один стою на берегу. Пошу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Я приехал сюда, и казалось тогда, что тебе предназначен судьбой. А потом целый год я все ждал теплоход, чтобы вновь повстречаться с тобой. Чтобы вновь повстречаться с тобой. Я один стою на берегу, вашу рукой а сердце замирает, и ничего поделать не могу. То не все. Мама, пижурама, увевам. Трафи, низи, шикшелю. Але, але, Александра. Але, 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 Ланда. Така, така, така скромна. Така, така секси бомба. Але, але, Александра. Але, 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 ладна. Така, така, така скромна. Така, така секси бомба. Сука, сексова рыба. Так и тут шиши ты разман. И все разом. Але, але, Александра. Але, 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 ладна. Свадьба пела и плясала, и привет эту свадьбу донесли. Живет
места мало, и дела было мало, и земле. И прощай, годики и ночи, ты очень красива, ночи. Но если хочет обнять, то дай обнять. Лист зажигает, очень борец, эльза трамвая. Сны о тебе, и куты бегут опять. Картинки звезд, неосторожно, и без тебя даже жить невозможно. Ты не ходи, а я буду ждать. Не очень красиво в этом платье, и так хочу тебя сейчас обнять я. И превращает годы, дни и ночи. Ты очень красива, очень-очень. Ты очень красива в этом платье. И так хочу тебя сейчас обнять я. И превращает годы, дни и ночи. Ты очень красива, очень-очень. Una canzone piano piano.
lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Даем шанс до дна. Да, список мастер. Победа и... Победа! Ну-ну-ну, окей. Как я и говорил, что будет 5 вопросов. Внимание, отвечает на вопрос только капитаны. Ну, чтобы Горюна не сделала бабочка, правда? Отвечают только капитаны. Но советоваться можно со всей командой. А минута есть? Можно и две. Советоваться можно? Конечно, со всей командой, но отвечают только капитаны. Первый вопрос, внимание, внимание. Сколько дней... Собрались. Знакомы Кристина и Катюша. Сколько дней? Сколько дней? Много! Мы досрочно ответ даем. 730. Нет, не 730. Но я вам всем, чтобы отвечали капитаны. Итак, да-да. Нет, 1200. Это в евро. Итак, думаем. Нет, не 800. 730. Как? Нет, не 730. Скажу, что больше, чем 730, но меньше, чем 820. О, 738. Нет. 770. Поэтому браво вам, но первый блин, он всегда бывает. Окей. Вопрос номер два. Где планируют праздновать медовый месяц? Итак, где планируют праздновать медовый месяц? Да, капитан, да. Нет, дома в спальне ночь празднуют, а не медовый месяц. В Испании? Нет. Нет. Бочки с медом? Нет. Нет. Не веришь? Не веришь? Нет. Веришь? Нет. Заверишь? Нет. Нет. Можно подумать? Можно, думайте. Думайте. Как? Нет, во Франции нет. Нет. 1-0 получает команда Ну-Ну. Команда Ну. 4-3. Сейчас мы узнаем точный результат. Сколько они же планируют этих детей? Итак. Там 4, а тут 3. Окей, итак. Там 4, тут 3. Кто кому даем бал? 4, ближе к 3, да? Окей, 1-1. 1-1. Окей, следующий вопрос. Общий размер ног. Общий размер ног. Его и ее. Плюс 87. 2-1. И последний вопрос. Как вы думаете, где было первое свидание? Свидание, где было первое? Досрочный ответ. Досрочный ответ. В Ирландии в кафе. В Ирландии в кафе. Первое свидание. В Ирландии в кафе. У вас... В ресторане, в Ирландии в ресторане. Факт в том, что... В интернете! Не важно, где вы познакомились. Браво!
Победа победила. А сейчас о призе, который разыгрывался. Миллион! Молодым! Сейчас будет. Мы отдаем приз. Победа оплачивает медовый месяц из Беларуси. Да хорошо, что... Вот зря вы не Мальдивы сказали. Я посмотрел, как они скидывались бы сейчас. Беларусь дешевле. Окей, давайте выпьем сейчас за дружбу и победу. Это группа. Живые. Живые. Пока еще. Это группа, это люди, которые играют и поют, как мы сейчас говорим, наживо. И о них вы сейчас именно все и услышите. Внимание, внимание. Представляем международный поющий и пьющий танцевально-вокально-инструментальный ансамбль «Певец». Да-да, вам не послышалось. «Певец». В прошлом году Sting, Elton John, Shakira, Madonna дали благотворительный концерт в поддержку детей, пострадавших от песен группы «Певец». Это единственный ансамбль в мире, который работает не за деньги, а за еду. Короче говоря, не дай попеть, а дай покушать. Но, к счастью, не так уж все плохо, как выглядит. Вашему вниманию, пианист из Литвы. Даргирдас Пианистаускас. Встречаем! В 28 лет Даргирдаса родители отдали в музыкальную школу. Там же на первом занятии Даргирдасу на ноги падает рояль, после чего он катается на лыжах без лыж. Дамы и господа, Даргирдас Пианистаускас. Аплодисменты. Аплодисменты. Браво! Вашему вниманию, гитарист из Армении, наш брат Айтрахан Гитарян. Единственный в мире артист, который дал 2 сольных концерта во втором реакторе атомной Чернобыльской электростанции через 7 минут после взрыва. Франция. Скрипач. La Manda de Scripe. В 2008 году дает первый сольный концерт в Израиле. Евреи в этот день дают, что работают, лишь бы не пойти на концерт. Дамы и господа, Ля Манда! Вашему вниманию, уважаемый артист, барабанщик из России, Иван Алкоголевич Барабанщук. Встречаем!
Иван Алкоголевич 7 лет бросает пить и начинает бухать. Солист, лидер группы, артист из Грузии Сосо Пашвили. Бурные аплодисменты. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумарозу звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумарозу звела. Я стала у четвер, підім разом на печеру, я прийшов до тебе, підманула, ти звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумарозу звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ні, жив. Платье белоснежно, небо на ладони, ты несла мне нежно, разве было мало? Говорить кому отдать? Небо на ладони, очень осторожно, если только трону, все разрушит можно. Дайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны слов. Браво! Интересно, что он еще без рук умеет делать. Спасибо, Кристина, кайф окончился. Встань. Хватит. Не надо зубами, боже. Нет, зубами не надо. Надо как красиво руками. Поддержите аплодисментами. Спасибо! Спасибо. Конечно, все. Мама же видит. Thank you.
прежде чем мы спросим, как прошла первобрачная ночь, надо обязательно выпить, правда? Поправить чуть-чуть здоровье. Поэтому приглашаем выпить до дна. Запрошаем выпить до дна. До дна. Напоила ночь росой травы, над рекой стелится туман. Утро в телом утровой оправе, и полыми вдох пенит дурман. Уведу тебя в широкое поле, украду на самый край земли, чтоб носило сердце вольной воли. Я несу на крест жды, и не для меня дорога в рай. Но тебе готов отдать мне, что долго я печаль и радость смею. И до краев сердца наполнены любовью этим дней. Вчера много пила, пила, она там пила и ела. Окей, ну надо здоровье поправлять. А смешно, что я стала пить. Запомнить не могу, запаху ей граты, и вымушал дроби, а у сучата капелька град, тишь моя мила. Любива, а у сучата да. Іде собі дорогу, люди мене питають, чому не на злобу, я стуки врубаю. На этом прекрасном свадебном втором дне другой день тайгнулся так и немножко на люзику, все спокойнее себе сез, але то и добже. Я хоть о, и с братом, и с тетей порознаю, и еще с кем то есть можно пообщаться, и это очень хорошо. Я вот жена, думаю, тоже, если будем жениться второй раз, и обновление свадьбы будем делать через какое-то только два дня. Потому что первое это официалка, а второе это уже для себя, как говорится, да? Пейте, гости, ешьте, гуляйте, все отмочено. Дякую за счет музыканта сегодня. Браво! Скучи больше не играй, закрывай эту дверь на ключ. По земле иду, пою, гуляю, я весело смеюсь. Только пей? Вчера пил как... Я ты попробуй. Хочу себя, а сегодня... А сегодня как будто платить надо, да? И вот это самое, и все, знаешь. Что-то не то. Током бьет. Ты знаешь, что-то бьет, а хорошо так
Перетрахивает. Шо-шо? Не важно. Током, током. Током. Подожди, я давай лучше здесь постою, а то мало ты там током перед. Невозможно пить, да? Да. А Инга? А мне прекрасно. Вам прекрасно пьется? Сейчас иду к Саше. Где Саша ночевал, если Инге прекрасно пьется? Александр? Да. Александр, как вам пьется? Пьется отлично. Потому что бесплатно, это ж латыши, все правильно. Все по-честному. Так, тут добились. О, славный дегустатор. Як? Гошку, не будешь пить. Окей. Знаете, в Литве есть одна такая традиция. Ну, как бы... Молодые даже не умеют еще ничего, правда? Кстати, как прошла первобрачная ночь? Ого-го! Не было! Такого не было, да? Просто пришел и уснул. Где же такое, да? Кристина, тут такое лежит, а тут такое пришло и спит, да? Что-то страшно. Вопрос. Сколько вы уже, не знаю, женат, не женат, но вместе живете с Ингой? 15 лет. Два раза. Это срок. Это срок. Сама в шоке, да? А, я понял, ему год как за два идет, значит, 7,5. Ой, Александр, если можно, покажите, как надо эту водку сладить. Можно. Или Лядюшек женаты. Может, свет выключим? Запутался. Стуру. Или Лядюшек не называешь, да? Они сейчас это было, да? Не, они 12. 16. Год за два. Год за два. 16. Все это у вас там путается. 13 лет они как бы женаты, да? И причем она еще довольна. Ох, все, зависим, вырутите, наконец-то. Уже кругами возле хаты ходить вырутить не можем. Красиво. А он все. Не до танцу, поцелуй. Это результат вашей совместной жизни, я понимаю, да? А ему 12. Вот сейчас можно понять, что правильно нам родители говорили, что детей приносят аист. Тут принес авансом. Можно показать секс Лоди Сивутка 9 лет разом, жить их таким результатом? Что ты тут? А он все видел, да? Бедный Паша еще 9 лет не может узнать. Так, покажете чи нет? Время деньги, деньги время. Дайте аплодисменты и поддерживаем. О, 9 лет, надо сразу выпить. Он пьет, она забивает. На груду шар. Ё-моё. Тихо, дети будут. Тут музыка, якая музыка, Саша. Отлил. Илушка, что было? Где там Илушка, какой-то кузина, нет? Может, Безлушка? Безлушка, может, да. Остаемся. Опа! Вау! Ушли, отсюда! Вам преподнесли черный ящик. Нет. Что вы мыслите, что в нем? Приз. Приз. Ваш приз с правой стороны, в желтой кушурке. Причем и шляп так повыше чудесники, нет? Или лядыш? Штырнёй старшую дельку. Ухляски!
Я для пана повім ще більше. Станіславу тільки 45. А ви 46 разом. З єдну жону. Боже. Можливо, цілуватися, бо може останній раз. Прошу дуже. Прошу дуже. Почувайте блясками. 43 роки. Старші добрі музиканти мовили, вона хоче, а він може. Браво, браво, браво. Мама! А мама два дні задоволена. Іля рядом ж мама замерзла. Дуже. Там що? 50. Тато 50, дрогик за ваші. Причому питати нічого, тато ж встало. Ні? Окей, браво. Дякую. Браво, ще раз. Дякую, дуже. Дамы и господа, вы сейчас увидели ускоренный момент предварительных ласк. Это знаете, как хотелось бы быстрее что-то посмотреть, берешь и так. А, все под музыку. Ты издеваешься над человеком. Окей. Все. Не-не-не, все нужно. Она готова. Вот это жена! Заметно спросила, ты готов? А он голову опустил, нечего сказать. Выбора нету, этого поддержку будет на последний. Гошка, гошка, вудочка, гошка, 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 вудочка, гошка. Як в ночі послозав, та вийде сладка. Як в ночі послозав, та вийде сладка. Давай, давай, Артурик, давай, 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 Артурик, давай, сладкого, сладкого, пущака, давай, сладкого, сплошного, пущака, давай. Гости наливайте, это надолго. Второй вариант. Ну,
Итак. Украина! Нет. Не Украина. Вы же слышали такой хохольский голос. Еще раз, еще раз, еще раз. Близко, але не хитро. Продолжим, Корея. 2-0. Разве? Окей, вариант номер 3. Четвертый. Арбилин, французы. Номада. Вариант есть? Нема. Еще раз. Еврейские. А я хотел вам поведать, что те люди самые богатые на свете. Браво. Почимайте блясками. И последний вариант, самый-самый наижайший. Самый наижайший вариант. Увага! Браво, браво, браво. Окей. Эту песню кто-то спит. Приходила, песню заводила, Осипного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма била. Про того, которого любила, про того,